Вітаю в ефірі телеканалу Репортер Студія. З вами Крістіна Чорновалова. І сьогодні ми говоримо про медицину на Одещині, її розвиток та плани на 2022 рік. До нашої студії сьогодні завітала Таміла Афанасьєва, депутат Одеської обласної ради та голова Одеської обласної ради миру. Вітаю вас. Здравствуйте. Хочеться розпочати нашу першу зустріч у новому 2022 році з теми актуальної коронавірусу. Зараз на нашій Одещині все стабільно, я б навіть сказала спокійно. Але ж, якщо дивитися на тенденції західних країн світу, то зараз у них велика хвиля коронавірусу, і наші медики, українські також готуються. Як готуються, які заходи буде вживати Одеська обласна рада? Конечно, прежде всего хотелось поздравить всех наших телезрителей, вас с наступившим Новым годом, с Рождеством, со всеми красивыми праздниками. И, конечно, пожелать самое главное всем здоровья. Потому что 2020 год для нас был такой сложноватый, карантины, локдауны. Какая-то была первая такая волна, когда часть людей уходила уже, ну, близких. Все. Но вот прошлый год, он как-то так вот весна бахнул, потом осень, и действительно очень были скоротечные болезни, особенно я говорю сейчас про ковид, и, конечно, мы буквально там за неделю теряли близких людей, и это было действительно очень тяжело, поэтому от всей души желаю, чтобы в этом году, чтобы все были здоровы, радостные, чтобы семьи были полноценные, чтобы все максимально вот сейчас быстро, вот эти все штаммы, все новые, то, что происходит, чтобы все-таки миновали нас, нашу страну, вот сегодня вот такое преддверие праздника, и вообще праздничная еще неделя, поэтому я думаю, что все молятся и как бы говорят, просят о том, чтобы мы все-таки максимально вышли из этого, вот этого мирового пика. Но при этом при всем и департамент здравоохранения оба госадминистрации, и депутатский корпус достаточно активно занимаемся, мы понимаем, что и волонтеры, все общественные организации, понимаем, что даже несмотря на то, что вот этот омикрон, он буквально очень быстротечный по сравнению с первыми всеми штаммами, и все-таки даже он легче, чем дельта, переносится буквально 3-4 дня, он быстрее заражается, в 3-4 раза, но и достаточно быстрее переносятся. Вот. Симптомы точно такие же. И там как бы такая слабость, сопли, да, то есть как бы нежить, когда. И проблемы с горлом. Вот по статистике всего 23% теряют обоняние и запахи. То есть если в первой волне, мы помним, если человек даже не потерялся, думали, что это ОРВИ, когда уже человек начал терять вкусовые качества, то понимали, что это уже ковид. То сейчас вот именно в омикроне это намного легче переносится. Но это не значит, что мы все должны расслабиться, что мы должны не думать о том, чтобы защититься, чтобы принимать лекарства, чтобы сразу же интенсивнее вести лечение и обратиться к семейному доктору. Если у вас, вот, кстати, очень такой момент важный, я уже всем рассказываю, что если семейный доктор не отвечает, да, то есть вот были такие ситуации в прошлом году, когда он дал, например, показания, там, пейте парацетамол, и семейный доктор пропадает, или пейте чай ромашковый, и такие были истории. Значит, не стесняйтесь, совершенно родственники, сразу же, значит, либо меняйте декларацию, поднимайте, то есть линия горячая работает, и горздрава, и облздрава, постоянно все на связи, и депутатский, как говорится, корпус в достаточно открытом формате, очень много людей и в Фейсбуке можно обратиться, то есть... Если семейный доктор не выходит на связь, значит, надо искать нового, значит, надо искать докторов и не запускать болезнь. Потому что даже омикрон, который очень быстротечный, надо быстро-быстро реагировать. И вот это вот самая главная задача. И мы видим, что если человек даже сделал прививку и правильно сделал лечение, то как бы он на самоизоляции идет выздоровление намного легче. Если человек не сделал прививку или неправильно отреагировал, не, говорится, не стал мучить, будем так говорить, семейного доктора, а подумал, что это все так легко, то бывают, конечно, ситуации тяжелые, запускаются, и при этом еще не забывайте, что у многих людей патологии, да, то есть проблемы со сердечно-сосудистой системой, проблемы с сахаром, и еще, то есть это очень важная ситуация, чтобы, то есть, отреагировать сразу же молниеносно, то есть не думать, что «та, это ОРВИ, сейчас прочихаю и все». Нет, это очень-очень важно, и даже если у вас остался вкус и запах, это не значит, что у вас не ковид. Единственная проблема тоже с омикроном, не везде можно сделать, показать, что это омикрон, не везде показывают, то есть это может показать, что это не ковид, но это может быть омикрон, тоже такая ситуация в лаборатории.
Но при этом, при всем, надо очень достаточно так внимательно сразу уходить на самоизоляцию, заниматься самолечением. Это я призываю всех. Конечно, всем, кому необходимо, и вообще как бы Украина поддержит вакцинацию, надо сделать, неважно, первую дозу делаешь или уже третью, но при этом при всем обязательно надо все-таки проходить для людей, особенно у которых есть патологии. І все ж таки, які заходи будете вживати, якщо Одещина знову потрапить до червоної зони, це буде знову карантин, це буде, ну, що це буде, чи вже говорите про це, тому що, ну, якщо подивитися на Європу зараз, то там просто... Ну, они контролируют ситуацию, и смотрите, у нас, как бы ни говорили некоторые СМИ, некоторые телеканалы, все-таки не было, вот в последней волне не было 100% заполняемость коек. То есть люди выписываются, выздоравливают, меняются, значит, доктора находили возможность открывать дополнительные койки, я говорю про департамент областного здравоохранения. Даже порой бывали, вот сразу же, если человеку неважно, даже привозят в больницу, кладут, грубо говоря, в коридор, хотя бы на несколько часов, пока не начинается выписка. То есть разные ситуации были. И постоянно, конечно, ведется работа по диспетчерам, по экстренной службе. Сейчас полностью работает телемедицина. Мы одна из самых активных областей. А что такое телемедицина? То есть человеку в консилиум может собраться в областной больнице, а принимать решение по человеку, который, например, там, в Рене или в Измаиле. Да, к сожалению, вот бывают ситуации, вот скончалась 14-летняя девочка, и об этом тоже все обсуждали, но при этом при всем девочка была ДЦП, и там в приемном отделении Измаила как бы пока это приняли решение, но в любом случае максимально, вот я вижу оперативность работы, и нам надо понимать, что от нас тоже зависит, как говорится, правильно, ну, то есть люди, которые отвечают за своих родственников, люди, которые отвечают за своих близких, не должны затягивать болезнь. То есть если человек видит, что падает сатурация, что тяжелое дыхание, что не надо думать, давайте утром, надо быстро принимать решение и сразу же обращаться за помощью. Не берет скорая помощь, находите депутатов. Не выходят депутаты на связь, звоните на горячую линию. В любой последовательности выполняйте, но добивайтесь, чтобы максимально оказывали первую помощь. И все. И область, конечно, вот могу сказать, за эти два года, с учетом того, что мы вообще зашли в COVID при нулевом ресурсе, при минимальных как бы финансировании, да, то есть за эти два года отдать должное департаменту здравоохранения, всем медикам, все максимально активно участвовали. Вот сейчас Одесский областной совет мира и при поддержке юридической академии с Сергеем Васильевичем Киваловым, с профсоюзами проводили большой детский праздник. И если у нас, да, обычно в категории там, в оперном участке 19 декабря обычно там, мы детей зовем, там, переселенцев, многодетных, малообеспеченных, то в этом году мы добавили еще категорию детей, врачей, которые активно помогали в COVID. Потому что бывали такие события, когда по 3-4-5 дней доктора не выходили даже из реанимации, из ковидных отделений. И это тоже надо понимать. Поэтому мы, как депутатский корпус, полностью максимально профинансировали. У нас кислородных станций опять увеличилось, у нас 6 штук, их были полностью поставлены. И Наталья Викторовна, Дарья Захарьева постоянно на брифингах рассказывает, и во всех вот на странице департамента видно, что идет очень активная работа. То есть понятно, что со своей стороны государство, у нас еще много, конечно, мы бы хотелось бы, чтобы еще было лучше, чтобы еще было как бы надежнее, но то, что максимально можно сделать, и депутатский корпус тоже контролирует, и все вот совместными усилиями, вот слава богу, мы идем, как говорится, к тому, что даже если начнется волна, даже если начнется красная зона, то те, кто провакцинированы, опять же смогут посещать там и рестораны, и кафе, и ездить на работу. Те, кто не, да, еще надо получить, то есть, пожалуйста, идите, получайте вторую дозу. Поэтому как бы достаточно такой вот сплоченный результат и общества, и депутатского корпуса, и департамента здравоохранения, врачи, вот все объединились, и вот я надеюсь, что мы пройдем чуть-чуть легче, чем предыдущие. Ви почали говорити за вакцинацію, не можу про неї не спитати. Спочатку були такі антивакцинальні настрої в нашому населенні. Наразі вже більше мільйона щеплень зроблено в нашій області. І вже почали робити бустерну дозу вакцини. Чи немає проблем з цим? Люди активно вакцинуються чи ще не дуже? Смотрите, антивакцинальні настроєння були во всьому світі. Як і антимасочники виступають, і вони до сих пор виступають. И действительно, есть мнение, позиция людей, которые, например, не хотят идти на работу, и у них конституционные права, они имеют право выйти на работу как бы без обязательной вакцинации. У нас нет обязательной вакцинации.
для определенной категории даже служащих. Но при этом, при всем, надо не забывать о том, что это же не только в нашей стране, в нашем городе или в каком-то там небольшом регионе, да, это во всем мире происходит. И во всем мире есть, еще раз повторяю, антивакцинаторы, есть антимасочники. Есть еще люди, которые против кода, кто-то против загранпаспорта с цифрами, кто-то выступает против Фейсбука. То есть у нас такой вот мир, как говорится, полярный, будем так говорить, да, то есть как бы постоянно какая-то идет процесс. Но когда винтики делают обследования в реанимациях, и когда в реанимации нету ни одного правовакцинированного, то есть люди лежат без вакцин, или люди каким-то образом не сделали вакцины, а показали документы, потом признаются официально, что они действительно вот как бы лежат без вакцины, вот это как бы, знаете, вот так вот настораживает. И есть даже такая была позиция, что православная церковь против вакцинации, вот чтобы там и батюшки призывают. Я могу привести пример. Матушка Серафима, которая одна из первых сделала вакцину, у нее есть определенные на это были причины, потому что в монастыре скончалось несколько монахинь от ковида. У нее у самой ситуация с легкими, поэтому было принято решение, она помолилась и вот как бы сделала вакцину. Как бы там ни было, на данный момент она, слава Богу, жива, здорова, сделала две вакцины, поэтому, ну, как бы, может быть, правильнее принимать не быть антивакцинаторами, а принимать и поддерживать. То есть если человек физически здоров, да, и вот у него нету никаких показателей, тоже бывают моменты, когда ковид наполняет тело, и тело не справляется, к сожалению. Поэтому я всех призываю, всем, кому необходимо, всем, особенно кто за 60 лет, люди, у которых есть патология, и понимание того, что идет омикрон, который сейчас закрывается, и Америка, у меня в Америке старшая невестка лежит сейчас под кислородом, тоже, к сожалению, из-за омикрона. Поэтому, при том, что молодая девочка, и как бы, ну, то есть она у нее достаточно здоровый организм. Ну, вот, вот так вот отреагировала, при том, что она прошла, переболела уже все. Ну, вот так. Поэтому мы не знаем, как оно все будет дальше. И если мир дает какие-то возможности защититься, я всех призываю к тому, что надо сделать. По поводу, стали интересно говорить, что если делать третью вакцину, вот эту бустерную, то сокращается количество сертификата, оно, наоборот, увеличивается. То есть оно получается, что третья там 270 дней, оно как бы, да, то есть это люди думают, что оно сокращается, а оно наоборот прибавляется. То есть это может быть не совсем так, вы знаете, тоже как идет, как антивакцинаторная задача. То есть люди себе, все, кто считает нужным, вот у меня очень много людей, которые за 60, они уже как бы идут и делать, и есть доктора, которые уже делают бустерную, то есть это надо. Есть уже родители, которые привили своих детей. То есть совершенно разное. Мы, знаете, мы тоже, я вот родилась в Советском Союзе, и у нас много было всяких вакцин, которые мы делали, и все, да, они были более проверенные, да, как бы уже не одно поколение, кажется, прошло, но сейчас, видите, такая ситуация, и, к сожалению, без вакцины намного больше вот находится людей в реанимации, чем с вакциной. Все ж таки, зараз всі акценти медиків направлені на ковід, але інші хвороби нікуди не ділися. Зокрема, зараз в центрі нефрології така склалася складна ситуація. Розкажіть про найбільш детальніше, тому що всі насторожені. Спасибо большое. Это да, действительно очень такой сейчас топовый вопрос, потому что у нас хоть и немного людей, которые болеют гемодиализом, и для телезрителей как бы это проблемы у людей с почками, и они каждые два дня люди должны проходить по 4, по 5, по 6 часов, проходить определенное лечение, они находятся под аппаратами. Этот вопрос был поднят в 2017 году, и в принципе есть и финансирование с областного бюджета, были закуплены достаточно дорогостоящее оборудование. Правда, потом это оборудование частично перешло в частную компанию, которая сейчас тоже предоставляет услуги. То есть раньше же как было? Все спускалось на больницу. Теперь это все идет через НЦЗУ, и поэтому любое медицинское, любое учреждение может подать в НЦЗУ при определенных требованиях, может подать и получать финансирование. И вот как бы областной бюджет купил, потом как-то это все оказалось в частной компании. Вот, и сейчас частная компания, допустим, обслуживает больше 200 человек. Не предоставляет. Людям это бесплатно. То есть, по сути, для человека ему главное что? Чтобы было тепло, чтобы было качество услуг, чтобы были свежие аппараты. Вот. На государственном уровне ситуация немножечко так, как говорится, запуталась. И сейчас новый главврач этого центра гемодиализа
Елена Кузарь, и она вот, вот с лета ее как бы по конкурсу назначили. Все, но частная компания, которая тоже снимает половину вот этой территории, где находится все, у которой там вот 10 человек лечится, у них там по договорам они вот то оборудование, которое купил облсовет, получается, теперь они не возвращают его в облсовет. У них там, то есть договор закончится 1 декабря, а сейчас нужно получать воду для очищения. То есть не просто вода, там инфоксводоканал, там трубы, а это специальная вода для очищения. Вот почему-то не пошли навстречу частная компания государству и отключили это очищение этой воды. И, к сожалению, 60 пациентов, которые должны были получать это лечение, теперь они не могут это. Причем я еще раз говорю, что такая вот она странная, запутанная история. То есть облсовет купил это все, как бы, я же говорю, то есть потом это передалось на полностью оборудование в частную компанию, а теперь частная компания не подождала 2-3 недели для того, чтобы дать вот эту возможность пользоваться этой водой и оборудование, которое купил же опять облсовет, знаете, то есть дом, который построил Жека, он очень долгий, но я очень как бы восхищаюсь тем, что несмотря ни на что и главврач Елена Викторовна и департамент здравоохранения сделали все, то есть пациентов распределили по другим больницам, это и на Малиновского, и в областную. Вот, то есть люди не пострадали от этого, то есть, слава богу, все как бы живы, все, всем определили, куда ехать, где проходить и получать лечение. Вот, я надеюсь, что сейчас все ладится. Поки що рішення немає, не знайшли виходу ситуації, чи все ж таки зараз ведуться переговори? Да, спасибо большое. То есть получается, что он, договор, который вот заключился, тендер, который провелся только 10 числа, в принципе, то есть можно было этой частной компании потерпеть полторы недели и дать возможность, то есть вот этим 60 людям остаться на территории и полностью получать от очищенной воды, получать лечение. Но как бы частная компания отключила эту возможность. Все как бы государство справилось, люди сейчас распределены. Значит, с 31 декабря опять будут предоставляться услуги. При этом я так понимаю, что государство сделает, я надеюсь, что сделает выводы, и мы как депутаты будем обязательно обращаться и в комиссии, и обращаться в структурные подразделения, чтобы максимально вывести вот эту зависимость от частной структуры, вывести для людей, чтобы все были защищены. Плюс, насколько я знаю, вот мы уже ждем, чтобы сейчас запустили еще около 20 новых оборудований, новых, как говорится, этих, ну это не как говорится, кресел, там, где проходит лечение, вот, чтобы эти все места были запущены, то есть там уже есть зал для этого. И я надеюсь, что в ближайшее время все-таки вот мы будем, опять же, возвращаться к этому вопросу на сессии областного совета, в комиссиях, будем решать, как закрыть вопрос, чтобы государство предоставляло тоже услуги для людей, и они не были зависимы от каких-то структур вокруг. Я знаю, що основний напрямок 2022 року – це пілотний проєкт по пересаджуванні органів, зокрема нирок. Як прокоментуєте такий новий виток розвитку медицини на Одещині, якщо це так можна назвати? Це в програмі ще була запущена при такій достатньо відомій міністру Супрун. Она немножечко привела в шок, потому что официально как бы это достаточно долгая структура, это должна там человек должен либо сам отказаться от этой, то есть там не каждый, если ты не родственник, то есть друг, например, не может отдать почку или какой-то орган другому человеку, ну то есть там достаточно очень сложная система, при этом уже в Украине было несколько таких трансплантаций, пересадок и как бы они были успешно завершены, как бы, то есть люди живы, но могу вам сказать, что я думаю, что в этом году почему поставили это на топовый вопрос, потому что надо все-таки запустить этот вопрос, эту реформу, которая началась тоже вот в 2017 году, и даже в Одессе, вот когда обсуждали по поводу возможности трансплантации и пересадок, и как это всю механизм запустить, чтобы он работал, к нам даже обращались вот люди с Америки, звонили наши одесситы тоже, они звонили, говорили, мы, то есть необходима пересадка этой почки, трансплантация, как это все сделать. У нас до конца еще не отрегулировано, то есть для этого нужно специальное оборудование, для этого нужно полностью подготовленный персонал. И вот во Львове, по-моему, если я не ошибаюсь, было уже пересадки сделаны, и вся эта вот трансплантация.
Вот, но все-таки еще наши люди как бы еще не совсем готовы, поэтому это достаточно правильно, что это основной акцент на этой проблеме, потому что я уверена, что возможность таких правильных и операций, и действий, они будут спасать жизни многих. А это самая главная задача медицины и нас, депутатов, помогать этим вопросам. Поэтому я надеюсь, что все-таки я же говорю, что мы выйдем на правильную для людей, что психологически, то есть если паллиативные, допустим, пациенты, да, то есть и врачи, и даже вот дети, да, паллиативные, то есть чтобы они тоже все были готовы к тому, что можно подписать, что вот как бы это можно лето или, как говорится, ну, то есть делать такие действия, чтобы людям было это только на пользу. Дякую вам велике за Спасибо. Ваші відповіді, за студію, за те, що знайшли час до нас сьогодні завітати. Я нагадаю, ми сьогодні спілкувалися з Тамілою Афанасієвою, депутаткою Одеської обласної ради, а також головою Одеської обласної ради миру. Мене звати Крістіна Черновалова. Сьогодні ми спілкувалися про розвиток медицини на нашій Одещині, про плани на 2022 рік. До нових зустрічей!